Всем привет, с вами Елена Смирнова. Я, как всегда, продолжаю делиться с вами информацией. Это видео по проекту, который вчера успешно стартовал. 110 карат. Алмазная. Четвертый проект. Значит, сегодня я заказала вывод. Как вчера я говорила вам, хотела понаблюдать за финансами и как бы... Ну, за деньгами, как это все будет, да? Значит, переходим. Алмазная. $31 я сегодня вывела. Значит, здесь у вас должна появиться кнопочка «Старт». Кто не здесь еще, она поплывет. Вы должны ее поймать и нажать «Старт». Далее приобрести за $5 обязательно. И остальные по желанию. Как бы алмазики, да? За сутки можно купить всего 3 любых алмаза. Так. У меня куплено 3 по 5. Значит, я уже, у меня здесь все закрылось. Сразу я, у меня уже из $12. И я уже вот здесь за $16. Значит, история операций. Вот здесь все четко до мелочей расписано. Вот мои пополнения. Далее автопокупка идет за $12. Раз у меня 3 по 5 было, значит, у меня 3 по 12 идет. Это всего вход только я заплатила. Только вот, ну, считай, что $5, да? И все идет на автомате там. Это понятно, да? Вот это голубенькое, это значит... автопереходы, пополнение и все такое. Вот это вот уже желтенькое такое. Это уже у меня пошли реферальные. Далее. Автопокупка алмаза за $16. Все это на автомате. Моя выплата. Реферальные. Автопокупка алмаза опять за 16. Значит, моя прибыль идет. Далее. И опять... автопокупка алмаза за $16. Плюс вот еще реферальный доллар у меня как бы капнул. И я заказала $31. Берут тут комиссию 5%. 29.45 выплата у меня сегодня. И переходим на почту. Барабанная дробь. И вуаля, мои денежки пришли. Это 12 минут назад. По регламенту вывод идет 24 часа. Поэтому я не стала делать. Если бы я знала, что они так быстро придут, я, конечно, бы сделала все в режиме онлайн. Плюс 29.17 у нас еще и Payeer берет комиссию. Дата 26.11. Так. Детали, сумма 29.17 USD. Это супер. Ну что, проект работает, платит. Все замечательно. Значит, финансы. Вот здесь, значит, эта вкладочка «Пополнить». Вставляете нужную сумму. Ну, вот $5, например, вставляете в кошелек. Да, и в настройках вот здесь, видите, обратите внимание, в правом верхнем углу треугольничек, нажимаете, здесь редактировать профиль. Здесь обязательно прописывайте кошельки. Так, сейчас нажму. Значит, электронные системы Perfect Money, Payeer и Advanced Cash и Nix. Ну, вот я как бы прописала Payeer, и естественно у меня как бы там забит уже Payeer. Других кошельков нет. Вот что здесь? А здесь есть. Можно пополнять на вывод. У меня лично вот мой кошелек забит. Вот. И здесь тоже вкладочка. Вот она у меня исчезла. Потом у меня выводить доступно на вывод по нулям. Значит, когда есть вывод, она появляется. Когда нет, она исчезает. Вот. Ну, я очень довольна проектом. Не зря я, конечно, сюда зашла.
Все супер. Кому интересно, присоединяемся. Всем удачи, больших заработков. Будем мониторить проект. До новых встреч.